Понятно, почему вы меня подозреваете. Но я гений, мне нет нужды списывать. Спросите любого. Ты достигнешь высот, о которых мы с мамой и не мечтали. Мы будем гордиться тобой. Я думаю, мы заслуживаем шанса построить для себя любое будущее, какое пожелаем. И не важно, что говорят правила. Лин первая в нашей семье поступит в колледж. Ваша школа распахивает двери в лучшие университеты. Где мы возьмем 50 тысяч в год? Для вас обучение бесплатно. У меня появился реальный шанс попасть в Гарвард. Ее еда воняет. Лин, прости, что опоздала. А ты кто? Я Грейс, твой школьный куратор. Ты умнее всех в школе. Может, ты поможешь мне? Экзамен начинается. Она моя подруга. Почему не помочь ей? Ты просто гений! Знакомься, это Лин. Дай угадаю, с деньгами у тебя туго. Предлагаю сделку. Мажоры получают высокие оценки, а мы их деньги. И все довольны. А если мы создадим свой собственный код из музыки? Я брал уроки игры на фортепиано. Разве это незаконно? Не знаю, как ты это делаешь, и мне все равно, он должен поступить в Колумбийский. Взломать экзамен невозможно. Этот тест — неприступная крепость. С твоими мозгами справимся. Нужна помощь. Если кто и сможет, то ты. Единственный способ взломать экзамен – переиграть систему. Это ваш билет первым классом в светлое будущее. Всегда страдают те, кому есть что терять. И какова моя доля? Почти 50 штук. Нет! Знаешь, что мне грозит, если меня поймают? Назад пути нет. Так вот на что ты променяла свое будущее. Открой мне дверь, живо. Как взломать экзамен? Кино с 5 сентября.